Так, а что это показывают? Я не помню, какие-то мужики нарисованы. Это вот этот Heroes of the Storm, что ли? Или к чему это вообще? Да, кризис 10 ноября выходит. Ел поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. Помидор я, или томат, витаминами богат. На вид я не ужасный, круглый я и красный. Положить меня в салат, каждый будет очень рад. Спасибо тебе, братан. Пойду я вылью чаек, освобожу место под кофеек. Сейчас приду. Что он творит? Он как щенка просто зесту. Школьники, конечно, ребят. Куда без школьников? Я ж... Вот и Чарлик пришел. Самое... Вот Смайл шарит, как бы. Самое главное, что лохов нет, понимаешь? Вот. Конечно, школьники есть. Я ж учитель по образованию. Ну что, прилетает дроп Колосса. Проблемы у Фэнтези на второй базе. Колоссу в башку сейчас туретка напекла ракетками своими. Зил поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. Помидорчик, помидор, очень важный ты сеньор. У тебя кафтанчик красный, здесь ты вырос не напрасно. Ты пузатый и солидный, сразу ясно, овощ видный, очень сочи. Блин, до конца не договариваю, сколько символов, есть ограничения. Очень сочный и румяный. Приготовит себя мама, вкусно сделает салат и накормит всех ребят. Договариваю я. Вот так вот. Колоссы подогревают газ, чтобы у партинга бомбануло. Смотрите, какие у него усишки просто. Вот это действительно усишки. Такие там. Как у мыши. Так, Зилок оказался узким. Ну, как в охрану попал? Какой-то, блин, узенький Зилок. Там быков надо брать, чтобы на рампу встал. Вообще там не пройти было. Ну что, через 3 с лишним минуты начнется базар от комментаторов вокзал. Вот и даешь, Зил, в какой зал, не понял. Что за зал, как, какие ночью залы? Разве что пивно, пивзал. Вот уже тупничочек пошел. Не надо сраться, я думаю, что шоколадочки съем кусочек. Есть кофеина, там немножко нужно дозу получить. Ну, глисты проверялся перед операцией на яйца глист, на протозоонозы. Ничего не было, но вообще нужно много очень посевов делать, чтобы выявить. Рипер второй здесь уже, готовы вдвоем просто распаковывать там лингов всех, ломать им щи. Не надо на королеву зариться. Королева она такая. На королеву только король может. Или туз козырной. А реперки валетики, они так стреляют своими пушечками. Гусары, короче. Он самый большой ДПС вносит по праву. Поэтому он может себя главным считать. Да, наверное, по званию он там и главный. Вот. Ну какого черта это интересует сейчас меня, когда такая дичь происходит? Ну это оскорбление. Не надо материться такую рань. Алиса не любит такую хренотень. Lucky No More. Привет себе опять же. Во сне дотерков за город в багажнике водил. Хороший сон. Прохладные истории кончаются, и гелиончики поехали вперед. Кошка ждет уже жатвы, но до Чарлика нельзя кормить, а то она его будет лезть к нему в чашку нюхать, и он будет рычать и за морду ее щелнуть может. Что это вообще? Прошу прощения, ребят. Не, бота банить не будем. Пусть сидит. Бороздит просторы большого театра, буксит. Так, ну что, ребят, все едят зверьё. Ну а мы ждем последнего Бо-5. Какус клюю, тут посижу. Маленько, как, знаешь, как в автобусе. Едешь и
клюешь, сидишь. Когда сутки не спал или более. Непременно воспользуюсь. Дил поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. Помидорка чемпион. Долго, четко стремил он. Уважуха и респект. Пойми лучше, спору нет. Будет скоро крепко спать. Наконец, 8-й год 5. Зил, я смотрю, тебя к утру вообще, ну тут тебе надо сборничек тут писать по ходу дела. Спасибо большое, сколько у тебя там этих соток-то у... Шерхан, 8 часов, это значит, что стрим идет 15 часов. Ну вот я же говорю, какая-то поза у Мару такая нетащибельная была. Сидеть там что-то приуныл, нельзя приунывать. Просто нельзя было приунывать. 42-127, и какой-то 322 просто. Ну что такое, что Мару там с Йодой, что ли? Уже скоро там в тюрьму надо сажать. Мару, правда, мелкий еще, куда его там? На малолетку. Че за хрень вообще? Вот, короче, всем спасибо. 16-часового стрима не будет, 15-часового достаточно. Всем пока, за терпение спасибо, за поддержку спасибо. Всем респект, ребят. Увидимся. Записи будут скоро уже. До свидания.